Сегодня на юге области первую скрипку играет атлантический циклон. А этот вихрь довольно ветреный и озорной. Вот только его проделкам рады далеко не все. Во вторник он первым делом решительно собьет жару, понизив температуру за сутки практически вдвое. И принесет нам порцию дождевых туч. Так что у тюменской погоды есть все шансы перевыполнить месячный план по осадкам. Кстати, в норме в июне их должно быть 55 миллиметров. Но по сравнению с индийским городом Чераппунджи это сущие пустяки. Там за год выпадает около 700 миллиметров осадков. Так что нам еще повезло. И несмотря на дожди, лето все равно продолжается.